Друзья, всем привет! С вами Панихин Сергей и Андрей Петрович. Да. Вы помните, наверное, «Ледяная красавица». Я ранее делал обзор бутика. А сейчас уже новый бутик, более расширенный, с большим ассортиментом. Чуть-чуть переехали, покажу, когда сюда добраться. И сейчас пройдемся по ценам, какой есть товар. Вы это все сами увидите. Плюс, у вас товар круглый год здесь поступает? Конечно, большая уступка. И подарок. Есть, да. Подарочки, круглый год поступает товар, получается, и хорошие скидочки ждут вас. Андрей, вы помните с того момента, когда он искал жену казашку на видео? Вам интересно, нашел ли он ее? Привет! Привет, с Харгоса! И ищет жену, казашку, добрую, хорошую. Ну, давайте. Он такой самый хороший у нас, модный такой. Сам плавный, люди нормальные. Да. Ранее мы говорили, что все по сезону, но... При этом есть определенные бутики, определенные отделы, где круглый год есть завоз товара, причем совершенно разного, всех размеров. И один из этих бутиков именно у Андрея. Сейчас покажу самые минимальные цены, откуда начинается. Так, это полушубок, да, получается? Да, да, да. Вот это финский мех. Финский мех. Качественный, да. Норка? Норка, конечно, качественная. Угу. Я из прямой фабрики. Угу. 100 тысяч. Разные цвета? Вот, разные цвета, да. Ага. Расцветка, смотрите, вот, есть и белая. Белый. И вот капюшоны. С капюшоном имеется красиво, смотрите, да, застежечка такая. Хорошее качество. Внутри пока прошито отлично. Да. И при этом, если посмотреть на мех, то он, ну, нередкий такой. Прям теплое-теплое. Да. Качественный. И подклад. Меня Диана уже научила просто. Да, вот легал хороший, видишь? И стоит 100 тысяч. 100 тысяч начинаем. Это стартовая цена. Да. Вот длинные туши есть. Длинные. Более длиннее такие есть. Да. И они вот так все, да, идут сейчас? Да, 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 да. Смотрите, это весь ряд. Вот, черный. Полностью, да, черный, длинный. Да. С такими рукавами. Красиво переливается. Качественный. Финский. Да. Смотрите. Оп. Качественно. Угу. Да. И вот этот весь ряд он идет, да, вот так, да? Вот длинный. Метр. Вот длинный. Хорошее качество тоже. Угу. Капюшон. С капюшоном. Да. Красиво. Разные цвета. Есть и более рыжие, черные, светлые. Такие блестящие с узорчиками имеются. Кроме шуб есть парки. Парки. Хорошие, видишь? Качественные. Норка. Все подклад, норка, цели. О, в нем очень жарко. Вот. По работе очень не хорошо. Продувает, смотрите. Супер. Да, оригинал. Качественный. Да. Вот. И согревается. Да. С таким красивым капюшоном. А это кто? Вот это писец. Писец, да? Да. Каждый шов. Все прошито идеально, ровно. Сколько он стоит? Вот это 95. 95 тысяч, да, цена. Оригинал. Да, и есть вот разные. Есть. А, еще даже другая моделька. Разные модели. Вот, вот, угу, еще вот такая модель есть. Видишь, вот это бобра. Короче, вот. Смотри. Да, качественные, вот, видишь. Останинцы для вас самое то. Те, кто на севере живут. Да, вот не замерзнете. Не замерзнете. Качественный, да. Вот кожа не поставь. Да, кожа, кожа, mm-hmm, видишь? И замок железный, железный, вообще мягкий. Это подклад получается? Да, вот снимать, а, можно. Снять можно. Да, mm-hmm, вот, вот капюшон, цена вообще отличная. Тоже 95, да, или? Цена вот это 75. Стоит. 75. Ага. Вот так, смотри, цвета разные. Такой цвет, слушай. Более светлый такой, тоже симпатичный, да. Также внутренность такая же идет. Вот. Зелененький. Вот. Угу. Лепард вот это вот. Подклад. Ага. Да. Вот. Вот еще норка вот это под халат. Цельный норка, видишь? Угу. Да, качественный. Вот. Здравствуй. Девушки, вообще все очень качественное. Куртки. Цены привлекательные. Да, вот мехом. И модельки красивые. Причем можно найти на разный возраст. На любой вкус такой.
30 тысяч стоит, 30, да? 30 тенге стоит. Вот. Смотрите. Да. Качество. Да тоже не замерзнете, все отлично. Нет, прошито. Не замерз, вот все попра внутри. Мягко, пушисто. Мягкие. Который сказал, что папа попер, мама норка. Нечистая, да? Да, да. Вот, вот смотри. Хорошее качество. Оказывается, кроме женских имеются еще и мужские. То есть все есть, да? Да, да. А мужские от скольки начинаются? Мужские 50 начинают. У нас тоже качественные. Вот, смотрите. От 50 тысяч? Да, я покажу. Вот, видишь? Сейчас посмотрим, как смотрится на мне. Ну, такую прохладную погоду, как да, сегодня, дождливую, очень тепло. Вот, вообще. Вообще не замерз. Вот это качество. И севере тоже можно. Замки очень хорошие, плотные. Да, 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 да. Они не сломаются. Имеются карманы. И смотрится вот так, посмотрим в зеркале. Очень даже симпатично, красиво все. Как вам, ребят? Сколько нам? Вот это 75. 75. Да. Также имеются верхние карманы. Да, и да, да. Внутри. Ой, качественный вот, видишь. Все очень тепло. Четко прошито. Материал очень-очень качественный. Шубы, они разного цвета есть. Сколько приблизительно стоят? Ну. 100 начинается, 100, от 100 тысяч. 100 полмиллиона. От, да, от 100 до 500. Да. Угу. Это вот, у нас имеется жилетка писец. Да. Сколько? Вот это 20 тысяч начинает, 25 на карай. Красиво смотрится. Да, хорош. И есть опять же цвета, смотрите. От более темного к светлому идет. Плюс есть фиолетовые и синие. Так. Здесь тоже есть жилетки. Розовые. И пальто имеется. Кашмир. Ой, супер вот это пальто. Вот это вообще супер. Так. Очень это легкое пальто. Весеннее такое. Весеннее-осеннее. Хорошо подойдет. Да. Качественное. Вот. Есть разные цвета. Разные цвета, разные модели. Угу. Вот. Они вот еще и с пуговицами. Угу. А вот такой светлый, ну-ка, вот. Как выглядит. Вот. Хорош. Да. Светлая, красивая. Красивая моделька. Также есть еще вот такая расцветка, смотрите. Полосочку. Они сколько стоят? Вот это 35-40. 35-40. Ага. Есть желтые, красные. Красные, видишь, красивые. И есть еще прям с воротником. Вот это супер. Вот это. Отлично смотрится. Сколько с воротником такая стоит? 95. Вот это сопл. Воротник. Сопл. Настоящий соболь. Сопл. Да. Угу. Сопл лучше. Вот это двухсторонний, не катает, они качественные. Кашмир, качественные. Мы гарантируем. Нет, фабрики из Гонконга. Из Гонконга, да? Да. Поставка. Угу. Смотрите. С другим таким цветом воротник идет. Да. Да. И вот смотрите, вот весь ряд. Сколько стоит? 500 стоит. 500 тысяч, это какой мех? Вот это настоящий американский шкур, с качественной. Норка американская. Да, вот видишь, качественный. Качество, качественный, вот видишь. И видимо внутри и вот так выглядит. Да. Вот. Все прошито полностью. Угу. Качество, видишь, вот. Есть несколько моделек имеется, вот. То есть такой цвет. Есть серенький. Да. Красный модель есть. Далее, смотрите, тоже идут с разными цветами. И цены от 100 до 300. В таких пределах. Можно посмотреть. Есть также и белые, опять же. Рыжие, серые. Андрей только что сказал, что для те, кто придет сюда от моего канала, скажет от Панихина Сергея, да, то будет обязательный подарок. Подарок. Большой подарок. Да. Причем это для парней дубленка, для девушек тоже очень красивый, хороший подарок будет подобран. А сейчас, пока мы снимали, здесь клиент просто закупился. Просто набрал вам кучу всего. И получил тоже хорошую скидочку. Так что, ребят, вы знаете, куда ехать. За куртками, за дубленками, за шубами. Девчат, вы тем более. Кроме подарков, также Андрей сказал, что для подписчиков канала «Движение Жизнь», на Сергея Панихина, те, кто подписаны, скажут, скидочку могут получить до 30%. Воспользуйтесь этой скидочкой и не забудьте сказать, что пришли с этого канала.
потому что вот здесь вот она выше. Можно регулировать тут хорошо прям. То есть она регулируется она еще регулируется, здесь? Она регулируется, да. И вот хорошо то, что если девушка, допустим, вышла замуж и забеременела, можно тут вот так вот растянуть, ну как бы, знаете, животик будет вмещаться. То, что хорошо вот. Ну-ка, сдалека как смотрится, в общем. Кроссовками там, не знаю. Да, с кроссовками, кстати, подойдет. Кстати, она очень универсальная. Сколько? Смотри. Ну, она мне большая, так что... Небольшие комментарии вставим тогда. Да. Хочешь варантик? И тут этот мех такой пушистый, мех не пожалели, вот то, что хорошо. Имеются полушубки разного цвета. Они от скольки начинаются вот такие цветные? 100 начинают. От 100. Есть и серые такие пепельные, более... Пепельные, ага. Вот, еще такой есть. Угу. Качественный. Сейчас найдем девушку и покажем все это на девушке. Есть красные, синие, зеленые, то есть все цвета. Белые. И вот такие, смотрите, вот выбор просто огромный. Я пробегусь вот так, покажу вам. Одни из самых дорогих товаров здесь вот такие шубы есть. Вот качественные, видишь? Так, они идут, получается, да, вот так. Трансформинг можно. Трансформеры, да? Снимать вот качественные, видишь? Короче, можно сделать, да, убрать. Короче. И рукава тоже снимает можно. И рукава снимается, да, сделать это... короче. Вот капучино, видишь, качество. Внизу тоже качество, не видишь? А, чаще, цена, если... цена 350. 350 и... начинает. Начинает и выше, да? Выше, 500. Угу. Видишь, качество. Вот, вот это все полностью. Черный есть, качественный. Угу. Вот это 500 тысяч тенге стоит. 500. Да. Норка? Норка. Самая хорошая норка вот эта. Смотрите вот так. Мех очень, очень хорош. Кроме курток, шуб и всего остального, имеются еще шапки. Шапки на разный цвет и вкус также. Интересные что-то типа платков, только шерстяных таких накидочек. Это начинается от 15 тысяч до 50 стоит в этих пределах. Чтобы понимали цену приблизительную. Есть мужские куртки синтепоновые. Не продувают, это однозначно. И плюс очень даже хорошенькие такие. С меховым воротником, более длинные такие. Сколько такая стоит? Вот это 30 тысяч. 30 тысяч. И разная раскраска. Вот, кстати, и... Вот это писка. Посмотрим, как смотрится на Андрее. Отлично, смотрите. Очень уютный, очень хороший. Вот, видишь? Угу. Качественный. Вот визиточка Андрея Шубы. Телефоны все в WeChat. Так что можете добавляться, вам обязательно ответят. И адрес Джинке 2, второй этаж. Бутики 3038-39-40. Смотрите, здесь Джинке 2 именно. Двоечку забыли поставить. Сейчас покажу, как добраться до сюда. Добраться до данного бутика очень легко. Получается, поднимаемся... Джинке 2 на второй этаж и сразу выходим сюда, идем дальше прямо, передвигаемся против вот этих стрелок exit и поворачиваем направо, дальше идем прямо, буквально пару метров проходим и мы уже на месте. Оп. И все, вот бутик 3039, норковые шубы. Прямая поставка с фабрики, оптом, розницу. Заходим. Так, вот только что купили шубу, да? Да, я купила шубу. И как вообще качество, как цены? Сейчас. Цена приемлемая, и качество очень классное. Мне очень понравилось. Довольны. Довольны. Спасибо Андрею. Да, ничего. Есть второй мне, по те. Мы еще подъедем. Карантин дадите? Это качество очень хорошее. Я третий раз уже вот такую куртку.
что ж, по шубам сегодня обзор завершаем. И вы узнали про еще один бутик, где можно получить хорошую скидку. Я чуть позже поговорю еще с покупателями, которые там были. И они довольны той скидкой, довольны еще подарочками. И рекомендуют. Цены у Андрея, я считаю, отличные. Особенно те скидки, которые он делает. Так что запросто можно идти, покупать то, что вам нравится. Всем пока и до встречи в новом видео. Ну а в следующем видео вы увидите, какая жесть бывает на Харгосе, и узнаете, почему спокойнее ездить с Brothers Tour. Поделюсь с вами новой информацией про школьную форму, электроскутеры, разные для авто, наушники, часы, посуду и многое другое, что ранее не снимал. Не забываем оставлять комментарии, лайки. Это большая помощь для развития канала.